сколько в мировой литературе, художественной литературе сюжетов? Говорят, 20 или 30, да? Ну, может быть, 60. Сюжет Ромео и Джульетты. В разные времена, в разных театрах, в постановке разных режиссеров, в оформлении разных художников играется один и тот же сюжет. И когда я сажусь перед пациентом, то моя задача не знать там что-то о зеркальных нейронах или о биохимии. В первую очередь почувствовать этот сюжет.